Всем привет, с вами снова Александр Мардынский, очередная распаковка посылочек на моем канале. Сегодня у нас посылки с интернет-магазина, с интернет-площадки JD, с фирмовым скотчем, так скажем, JD-шным, желто-красным. Посылки шли около месяца, что там я уже даже не помню, здесь толком не написано, и что я брал. То есть я брал переходнички на USB-C, вот такого вот плана, они были по 30 рублей, там распродавались, в принципе, неплохая вещь, и как бы фирмовая, угриновская, не помню, есть они на JD, нет, но, по-моему, я брал его именно оттуда. И брал провода различные на скидках, то есть там бывают скидки на JD, которые очень-очень выгодные. И, ну, как, если можно так говорить, и я взял проводов различных, то есть USB-C, micro-USB, себе, родичам, потому что провода никогда не бывают лишние, как говорится. И давайте поглядим. Да, именно так оно и есть. Смотрите, у нас имеется угриновский провод, раз. Это у нас провод, получается, USB-USB-C. Давайте сразу именно с него и начнем. Так, что я могу сказать про провода Угрин и про их технику? В принципе, ничего плохого я не могу сказать. Пользуюсь достаточно-таки давно. Пользуюсь Угрином и для айфона, пользуюсь Угрином и для Самсунга, и для компьютера. Вот такой вот провод. USB-USB-C, в принципе, как бы, что о нем говорить, он совершенно точно рабочий, проверять мы даже не будем. Едем дальше. Рамос. Рамос – это такая фирма, которая делала одно время пауэрбанки, если я не ошибаюсь, может быть, даже планшеты и что-то еще. Пауэрбанки они точно делали. Вот такая вот упаковка, совершенно непримечательная ничем, днище у нее уже отвалившееся. Здесь у нас, я так понимаю, универсальный провод. Кстати, неплохо упакован. Ссылки, конечно, будут в описании, если я на все это найду. Вот так вот все прям упаковано. Смотрите-ка. Проводочек метр, то есть 1,20 м где-то. И здесь у нас имеется USB-C и micro-USB. То есть провод такого плана у меня уже был. И что я скажу, за полгода у него вот эта резиночка ссохлась и начала отваливаться. Так что можно, если кому мешает, сразу ее обрезать или, ну, или не обрезать. То есть провода такого плана, в принципе, неплохи. Я сейчас ищу такой же, но чтобы был у меня одновременно USB-C, micro-USB и Lightning. Для техники Apple, так скажем. Так, куда мне деть провода эти? Я их буду сюда складывать. Это тоже у нас в мусорку. И провод ZMI. Я даже ZMI взял. Если кто не знает, ZMI это дочерняя фирма Xiaomi-шная. То есть, которая делает пауэрбанки, провода и что он там еще только не делает. Написано USB Type-C 1 метр. Это, наверное, самый дорогой провод был, хотя нет. Знаете, точно помню, что тогда на распродаже был... То есть, здесь у нас уже упаковано так по-элитному. Точно помню, что тогда распродажа была все провода по $1. То есть, все провода по $1. Вот так упаковано уже. То есть это серьезная упаковочка, картонная, все дела. Я просто перевел, ну, как бы, маму на USB-C. Сейчас, может быть, отца получится перевести на USB-C, чтобы была, так скажем, унификация разъемов. Что скажу, здесь твердая фигня, то есть смотрите, как провод не держит форму. В остальном, ну, в принципе, провод и провод USB, USB-C, ничего особенного не скажу. Ну и, собственно говоря, с вами был Александр Мардынский, распаковка проводов, чего еще можно ожидать на моем канале. Пишите в комментариях, какими проводами пользуетесь вы, как долго они у вас живут. Всем удачи и пока. Лайки, дизлайки, Инстаграм, группа ВКонтакте, остальные каналы.